Чик-чирик. Я сегодня решил взять один черный лист бумаги из своего скетчбука и захотел нарисовать одну звездочку. Это Тендерлибай. Сказать, почему именно ее, я не могу. Мне просто хотелось удивить Амину своим стилем. И видел ваши комментарии, но долго ее не рисовал, потому что переживал и думал, что ничего не получится. Но взял себя в руки и начал творить. Ребят, отметьте ее, пожалуйста, в комментариях, можно даже несколько раз, чтобы она точно заметила и сняла дуэт с этим портретом. Я буду рисовать ее в теплом сочетании цветов. И на самом деле было достаточно просто ее рисовать, потому что у нее есть маска. А вы знаете, что самыми сложными частями лица в прорисовке являются нос и губы. И тут мне очень повезло. У Амины очень красивые глаза, и чтобы их интереснее прорисовать, я взял фиолетовый цвет и много черного, чтобы была объемность. Кстати, я советую сделать больше зрачок черным цветом, это все-таки девушка. Добавляйте всегда блик света белым цветом на глазе, для реалистичности. Давайте, ребят, договоримся, если вам понравится портрет Амины, вы подпишетесь. Если не понравится, то не подписывайтесь. Все от вас зависит. А вот что у меня получилось. Всем спасибо, увидимся в следующий раз.